Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне пришел такой маленький пакет. Внутри находится Wi-Fi антенны для... Да, в общем-то, для любого компьютера. Я приобретал для этого маленького нет-топа. А можно их использовать и, в общем-то, в любом ноутбуке, в любом компьютере. И даже планшете, где имеется Wi-Fi. Я обнаружил при вскрытии своего нет-топа, что там всего лишь внутри находится только одна антенна. И решено было купить вот такие две полноценные антенны Wi-Fi. Так, вот так они выглядят. Здесь с одной стороны вот тут сами коннекторы. Вот они, узнаваемые кругленькие коннекторы. Защищены они вот такой вот пленочкой. Вот он, коннектор. Кто видел, как крепится Wi-Fi, те сразу узнают их. И с другой стороны такие вот наклейки. Вот эти защитные пленочки удаляются и клеятся внутри ноутбука или компьютера. Вот здесь, видите. Защитная пленочка снимается и приклеивается. Эта вещь металлизированная тоже остается. Удаляется вот здесь защитная пленочка и клеится. Каждый из этих двух наклеек. Сейчас буду вытаскивать, точнее снимать крышку. Для того, чтобы добраться до самого чипа, модуля Wi-Fi и подсоединить к нему эти антенны. Вскрыл нет-топ. Вот здесь модуль Wi-Fi. Подключил обе антенки. Отсоединил антенку, которая одна единственная вот здесь крепилась. Вот куда-то сюда, к металлической части корпуса. То есть она будет не подключена, останется. Но отрывать я ее не вижу смысла. И сейчас вот думаю, куда приклеить вот одну часть, приклею вот сюда. К той же части, куда крепился черный вот этот провод. Вот аналогичный черный провод будет прикреплен к этой части по аналогии. А белый, вот пока не знаю, куда его лучше закрепить. Но сейчас буду думать. Итак, нетбук подключил. Но пока не собирал еще его крышечку. Вот эту сейчас буду закрывать, потому что все работает. Итак, мы видим вот здесь в параметрах сетей. Он подключен в диапазоне 5 ГГц, канал сети 149 в этом диапазоне. По протоколу новейшему, ну, одному из самых новых, 802.11ac. Но здесь больше в этой закладке ничего интересного. Да. Вот здесь состояние сети. Здесь колеблется. Вот сейчас 195 мегабит в секунду. Вот секунды назад было 325, 260. Вот снова 260 вы видите. Снова 325, оно меняется.
качество сигнала из 5.4 показывает. Вот, бывает падает, видите, до 130 мегабит, 325, ну, в общем, скорость предостаточная. У меня провайдер такую скорость не выдает, поэтому, в общем-то, что 325, что 130 для меня, в общем-то, равнозначно. Так, сейчас я загружу спид-тест. Зайду на сайт спид-теста. Тариф у меня 30 мегабит всего. Begin test. Пинг 4. Ну и скорость на загрузку, в общем-то, под завязку под 30 мегабит. Собственно, все по тарифу. 29,3, 29,4. Вот видите, средняя скорость 29,23. Upload у меня половина от даунлоуда, то есть 30 на 15. Ну, вот видите, около 15 выдает. Да, практически 15. Да, у меня Ростелеком. А точнее, онлайн, поскольку я живу в Москве. 30 мегабит на скачку и 15 на выгрузку. Отличные антенки. Ссылку приведу на антенки внизу в описании. Кто обнаружил при разборке своего ноутбука, или как в моем случае маленького нет-топа, то, что задействована всего лишь одна антенна, то обязательно приобретайте, поскольку за каждый диапазон 2,4 и 5 вот, отвечает по отдельной антенне. То есть, если у вас подключена только одна антенна, то диапазон 5 Герц у вас, в общем-то, будет практически не будет ловить у вас. А здесь сразу же по умолчанию Wi-Fi модуль подключился на 5 Герц. То есть ничего я дополнительно не делал, сразу подключился как положено. Вот, как вы видите, вот здесь. Так, сейчас. 5 Герц. И вот такие хорошие скорости. Значительно больше 100 мегабит. Видите, 260, 325. Вот, если вам понравилась распаковка и небольшой тест этот данных антенн, то ставьте лайк внизу под видео. Если любите смотреть различные распаковки товаров из Китая, то вот здесь слева подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.